Друзья, всем привет! Вы на YouTube-канале «Магазин на улей». Меня зовут Александр, и в этом видео мы рассмотрим такой полезный прибор для пчеловодства, как рефрактометр. Рефрактометр используется для определения влажности меда по стандартам, чтобы мед не забродил, и по ГОСТам еще СССРовским, мед должен быть влажностью от 14 до 20%. Поэтому, когда вы откачиваете мед и не уверены, созрел он или нет, используется этот прибор. Пользоваться им очень просто и легко, я сейчас покажу. Поставляется он или в такой коробочке, или в такой упаковке, в принципе, без разницы. Тряпочка специальная, протираем. Пипетка идет в комплекте, что здесь, что здесь. Набираем немножко меда. И на призму растираем. Сейчас плохо набрал, густоватый. Теперь закрываем, чтобы мед растекся и не было видно пузырьков, чтобы все воздух повыходил. И смотрим на солнце. Здесь есть глазок подстройки резкости. Сейчас попробую вам камерой показать. Вот видите, получилось у меня камера залезть, и влажность 17% получается. Ну, 17,5. То есть мед в пределах нормы. После того, как вы проверили, протираем влажной тряпочкой. Протираем влажной тряпочкой, и рефрактометр дальше готов к использованию в работе. Рефрактометры сразу поставляются в нашем магазине откалиброванные, то есть на начальном этапе их калибровать не нужно. Если необходима калибровка, есть дополнительная в продаже калибровочное масло для рефрактометра. Все ссылки я оставлю под эти видео или появятся, как всегда, слева от меня. Что хотелось бы сказать. При покупке рефрактометра некоторые продавцы указывают, что он меряет сахаристость. Не верьте, таким прибором сахаристость меда проверить нельзя. И это проверяется только в лабораториях. Так что используйте прибор и качайте только зрелый мед. С вами был Александр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Дальше на нашем канале будет много полезных обзоров, так что подпишитесь и поставьте колокольчик.